В Твери достраивают детский сад на улице Склескова. На момент открытия он станет самым современным в городе, но ненадолго. Следом по точно такому же проекту уже возводят еще один сад на улице Левитана. Ход строительных работ на объектах проинспектировал глава Твери Алексей Огоньков. Подробности далее. Строительство нового сада в микрорайоне Чайка уже на финальной стадии, который уже в будущем году сможет принять 190 малышей. Большое трехэтажное здание возводится по новому современному проекту. Здесь предусмотрены даже лифты. Достаточно динамично трудится подрядчик. В отличие от там, двухнедельной давности, мы увидели очень серьезное прибавление по работе. В ближайшее время уже будут отдаваться под сборку мебели группы для детей. Кухонное оборудование будет устанавливаться. По работам, которые проходят снаружи, мы видим, что практически все они завершены. Будет установлен еще забор, он заказан, сейчас приедет. И фасадные работы тоже сейчас в стадии завершения, они будут усиливаться подрядчиком. Вот строители заканчивают монтаж навесного вентилируемого фасада. А в здании почти закончена прокладка внутренних сетей и коммуникаций, а также устройство навесных потолков и наливных полов. А это уже микрорайон Южный, где тоже строят трехэтажный детский сад по новому современному проекту. Задача такая, что окна закрыть. Закрываем. Контор, так, да. Вот, и поставить пока дизельные пушки для того, чтобы греть помещение. Здесь в данный момент идет монтаж внутренних перегородок и перекрытий. Ведутся работы по прокладке необходимых коммунальных сетей. В перспективе в этом микрорайоне планируется создать единый социальный кластер. На прилегающем к детскому саду участке сейчас ведется подготовка площадки под строительство для большой новой школы. Также рассматривается возможность размещения поблизости еще поликлиники и создания общественной территории для прогулок и отдыха.